Гей, это у нас был Social и Аминыч, да? Дальше проходит у нас Аминыч. Да, просто следующий. Подожди, мне же нужен вердикт. В общем, если бы ты в конце не сделала вот это попой, то ты бы выиграла. А так это типа ты сделала то, что слетело. Ну, типа, слетело. Это было как бы актуально, потому что ну, это взаимодействие с оппонентом, но. Ну, просто надо было не делать. Это не в тему было, ну, в плане стилистики. Если бы ты это больше через крампала, потому что ты задавила ее не техникой, а смысловым потоком. У тебя было больше штук, если сравнивать с ней, то типа по смыслу ты ее сделала, у нее лучше техника, но у тебя дофига смысла много, который перекрывает ее и технику, и типа какие-то комбы. Но ты сделала попу, которая минусом есть. Поэтому ты проходишь дальше.
Name. Какой твой name? Риша. Ришат? Ришат. Тут написано Ришат. Ришат Вазал. Окей, Мэри Манечка. Мэри Манечка. Ребят, давайте больше хайпа. Let's go, Мэри. Подходила и что-то делала. Смотрите, не нужно, ну, это не обязательно подходить и что-то делать с оппонентом. Вы можете по-другому показать свой батл раунд. А у вас как будто бы сказали, если не подойдешь, то я тебя там, не знаю, уничтожу и так далее. Вы можете по-другому выстраивать. Если вы чувствуете, что вы крутое что-то сделаете, чувствуете уверенность, делайте ее. Делайте эту штуку, когда подходите. Ты подходила и боялась, такая нежная была. Ну и что, что она девочка? Ей надо лицо разбить, она тебя выигрывает. И она это и сделала. Мэри выиграла. Да. Мню и варежка, это кто? Давайте, я типа покажу, как нужно батлить, чтобы не подходить. Типа я типа против вас буду дэнсить. Включи там трек какой-то классный. Getting these killers, we don't know the truth of this. These old school niggas, I'm a vet for those days.
Yelling is killers, but we don't shoot for this. This old school move, all vets and OGs have been here to stand up, nigga. Wild out, yeah. I'm coming 50 on 50. Got a weight, got a shit. Get a rhythm in the chain. Soon I let the chance set up on his chin. This chance a lot back. This party in the bag. Man, I gotta flip the whole thing. Gotta flip the whole thing. Trip the whole thing. Then I can shut up the chain from the shack. In a room, in a box, with his body in it. Give the whole thing, and that's what we see. Straight bully on the track, take it, take it.